С каждым днем все больше звеньев в цепочке добрых дел. Неравнодушные дагестанцы помогают больницам с доставкой средств защиты, медикаментов и даже теплых обедов. Каждый старается внести свой вклад в общее дело в борьбе с эпидемией коронавируса. Не остались в стороне и учреждения культуры. Так, театры республики начали шить маски, не театральные. За работой мастериц наблюдала и наша съемочная бригада. Вот уже 2 месяца, как в Дагестане отменены все спектакли. В связи с этим работники учреждений культуры направили свою творческую энергию на добрые дела. В пошивочном цеху Аварского театра непривычная атмосфера. Вместо выкроек для ярких костюмов на столах ждут в своей очереди заготовки из белого хлопка для защитных масок. Сегодня здесь трудится заведующая швейным цехом Айшат Абдулмеджидова. Большинство ее коллег немного приболели, поэтому для них безопаснее работать дистанционно. Партию из 500 штук уже изготовили, но на этом останавливаться не собираются. Я решила не остаться в стороне. Вот уже 2 недели хожу на работу и шью маски. Более 300 масок уже пошито. Правда, я одна, но дали помощницы тоже, заболели, они тоже. Вот и на дому шьется масок, вот сегодня принесли тоже. Маски шьют не на продажу, их передают безвозмездно медикам и волонтерам. Выкроить, обметать, отутюжить, пришить резинку, обработать края и на выходе готовая маска для тех, кто в ней нуждается. Здесь уверены, что их труд не пропадет даром. Держу во благо Дагестана, во благо людей. Я желаю им, всем нам здоровья крепкого, кавказского долголетия. Дай Аллах, чтобы все это было позади. Кипит работа и в госансамбле песни и танца «Дагестан». Работы достаточно, всем хватает. Делают акцент не на стиль, а на качество. С 25 числа мы начали шить маски. Шили мы 600 штук. И, надеюсь, сегодня мы их уже отправим. А кто собирается отправить? В центральную больницу, по-моему, либо в Каспийск. Культурная общественность уверена, добрая инициатива поможет медикам хоть немного чувствовать себя защищенными во время борьбы с пандемией. Как только ситуация в регионе нормализуется, коллективы вновь вернутся на сцену и будут дарить зрителям свои лучшие спектакли и концертные программы. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.